синяки. Вот. Валентина Сидорова еще не до конца восстановилась после ЧП на Зеленой 16. Из-за обрушения пола на 9-м этаже 92-летняя пенсионерка пролетела несколько метров. Упала на обломки в квартире этажом ниже. Сверху на нее рухнул шкаф. А я обрушилась все. Я на 8-м. На мне шкаф. Я зубы выбила. Чем я не знаю. Из-под обломков пенсионерку вытащил сосед. После этого Валентина Сергеевна бросилась на поиски документов. Лишь к вечеру она поняла, что повреждены зубные протезы и сильно болит спина. В больнице у химчанки диагностировали повреждение позвоночника и госпитализировали. После 10-дневного лечения врачи разрешили продолжить восстановление амбулаторно. Значительно лучше, значительно. Я могу, даже до туалета меня не доводят. А я же лежала вообще недвижимая. Пока не будет завершен ремонт дома на Зеленой, Валентину Сидорову вместе с двумя дочерьми администрация Химок разместили в отель с трехразовым питанием. Глава Дмитрий Волошин распорядился приобрести пожилой женщине слуховой аппарат и телефон, чтобы она всегда была на связи с родственниками. Добровольцы помогали с расселением пострадавших, а для семьи Сидоровых, которые лишились всего имущества, подобрали всю необходимую одежду. Руководитель добровольческого штаба, член общественного совета Химки «Интересно жить» Николай Кашников приехал навестить пострадавших. Добровольцы собирали вещи и продукты. Питание для пострадавших, в том числе и для этих женщин. Ни в чем они не нуждаются, все ли у них в порядке, все ли хорошо. И эту ситуацию будем держать на контроле. Главный врач Химкинской стоматологической поликлиники Татьяна Борисова, член общественного совета Химки «Интересно жить», приехала к пострадавшей, узнав, что ей нужна стоматологическая помощь. Как главный врач Химкинской стоматполиклиники, вместе с моими коллегами постараемся помочь в этой проблеме. Думаю, то мы справимся с этой проблемой. А пока добровольцы приобрели для пенсионерки поддерживающий пояс для спины. На следующей неделе, если позволит самочувствие, Валентина Сидорова отправится к стоматологу. Все условия, которые необходимы, у нее есть. Лекарства сейчас у нее есть, обезболивающие тоже продолжаем давать. И давление. Помощь оказана. И теперь надо ждать просто, когда все срастется. По словам врачей, на восстановление 92-летней женщины после травм может уйти до года. Thank you.